Лапароскопическая ассистивная кастрация самок – наиболее усовершенствованный и современный метод проведения данной операции. Процесс эндоскопической кастрации происходит через проколы брюшной стенки у кошки или собаки. Через эти проколы вводится эндоскоп, подключенный к видеокамере, а также инструменты манипулятора. Изображение при этом выводится на монитор в высоком разрешении. Затем находится, выделяется и фиксируется яичник, который коагулируется и отрезается благодаря универсальному биполярному инструменту Кайман. То же самое выполняется и со вторым яичником, после чего проводится ревизия брюшной полости. Места проколов ушиваются внутрикожным швом, который не требует снятия. За счет того, что все манипуляции выполняются в брюшной полости, достигается максимальная стерильность. Большим плюсом лапароскопической кастрации является то, что внутренние органы подвергаются наименьшему сдавливанию, растягиванию и повреждению. Это, в свою очередь, положительно влияет на послеоперационный восстановительный период. Как правило, питомцы уже на следующий день чувствуют себя отлично.